Акимат Алматы закупил сувенирную продукцию на 20 миллионов тенге. Об этом на своей странице в соцсетях написал бывший сотрудник антикоррупционной службы, а ныне общественный деятель Дидар Смагулов. Он провел расследование на сайте госзакупок, по итогам которого выяснилось, что сувениры приобрели в июне. Общественник раскритиковал городские власти за трату бюджетных денег на подарочную продукцию. В разрез словам президента Касым-Жомарта Токаева, отмечу, глава государства заявлял об оптимизации бюджетных расходов и запрете имиджевых трат. Известно, что заказчиком сувениров выступило Управление предпринимательства и инвестиций. Как услуга, по факту был закуплен товар. То есть, если мы откроем саму закупку, там указана услуга по приобретению товара. То есть, это не услуга по изготовлению сувениров, а услуга по приобретению товара. То есть, здесь должен был быть другой вообще способ закупки. То есть товар купили как услугу. И это является одним из основных нарушений, которые вообще не допускаются. По словам Смагулова, чтобы обойти конкурентные закупки, траты на сувениры были записаны как представительские расходы. При этом детали подарочной продукции на сайте госзакупок не указаны. В тендере участвовал всего один поставщик. Корреспонденты Атамекен Бизнес обратились за разъяснениями в ответственное управление, где ответ на все вопросы обещали предоставить в ближайшее время.